Всем привет! Меня зовут Федор. Я учусь в Академии супергероев. Я на 5-м факультете. У каждого факультета есть свой супергерой. И на этом факультете супергероем решил стать я. И сейчас расскажу, как им стать. Первое правило супергероев. У каждого супергероя должно быть свое суперимя. Привет, девочки! Скажите, как вас зовут? Меня зовут Алла. Меня зовут Вика. Супер. Здорово, парни. Как вас зовут? Кирилл. Илья. Красотка, как тебя зовут? Меня зовут Алиса, а тебя? Нет, это все не то. Вот мое супер имя. Неуязвимчик. Второе правило супергероя – это его супер костюм. О, выводы сделаны. Без нарукавников здесь никак. Конечно, у супергероя защита должна быть не только на руках. Fire! Ну и сзади супергерой должен быть защищен. Когда ты становишься супергероем, у тебя появляется много поклонниц, и от них надо прятаться под маской. Я красавчик, я красавчик. Оказывается, если шлем не закрывает лицо, то поклонницы и враги все равно узнают тебя. В таких ситуациях я пользуюсь плащом невидимки. And I'm about to make it clear. Правило номер 3. Каждый супергерой должен быть уникальный. Вот у меня есть эмблема супергероя. Буква Н, буква Н, буква, буква Н, буква Н, буква Н. Это буква, буква Н, это буква Н, неуязвимчик, буква Н, неуязвимчик, буква Н, буква Н, буква Н, буква Н, неуязвимчик, неуязвимчик. У каждого неуязвимчика должна быть своя сила. Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса. Я рассказал вам все правила, как быть настоящим супергероем. С вами был Неуязвимчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поступайте все в Академию супергероев. Пока-пока.